Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника «Алгебра 7 класс» авторы Мерзляк, Полонский и Кир под номером 819. Нас просят построить прямую, проходящую через точки С и Д. Известны их координаты. И спрашивают, чему равны абсциссы точек этой прямой. Итак, построим точку С. Для этого мы идем в начало координат, в точку с координатами 0,0. Затем идем вправо на 3 единичных отрезка и дальше не поднимаемся и не опускаемся. То есть точка С будет на оси абсцисс. Это точка С. Теперь построим точку D. Опять идем в начало координат. Теперь вправо на 3 единичных отрезка и опускаемся вниз на 4 единичных отрезка. Так мы построили с вами точку D. А теперь, если мы просто их соединим, мы получим с вами отрезок. Но нас просят построить прямую, поэтому продолжаем вверх и вниз за точки C и D. Соединяем и продолжаем. Вот мы построили с вами прямую CD, выполнили первую часть задания. А теперь нас спрашивают, чему равны абсциссы точек этой прямой? Обратите внимание, что все точки, которые находятся на моей зеленой прямой CD, они находятся на одной и той же, на одном и том же расстоянии от оси Y. И что это за расстояние? 3 единичных отрезка. Поэтому первая координата у всех этих точек будет равна 3. Запишем. Абсциссы точек прямой CD равны 3. Все, мы выполнили с вами задание. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.